подходите ближе, потому что чем больше вам кажется, что вы видите, тем проще вас обмануть. Леди и джентльмены, сейчас на ваших глазах мы ограбим банк. На счет три вы отправитесь сквозь пространство и время в свой банк в Париже. Раз. Два. Три. У каждого в этом зале были тяжелые времена. Кто-то лишался дома или машины. И сегодня мы вернем вам часть ваших денег. Спасибо всем! Хорошего вечера! Стоять! Чтобы я ваши руки видел! Объясните, как вы попали в Париж из Лас-Вегаса за 3 секунды? Как это сейчас называется? А, магия. Я разоблачу вас! Первое правило магии – всегда будь умнее других. Банк был лишь прикрытием. Пока они проворачивали настоящий фокус. Разоблачи и уничтожь. Постой-ка. У меня ничего нет. Благодарю. Спасибо за отсрочку. Какой бы фокус они ни задумали, ему уже 100 лет. Полагаю, то, что сейчас последует, удивит вас. Смотрите внимательно, потому что чем вы ближе, тем меньше вы увидите.